Он оставил без интернета и кабельного телевидения целый подъезд. Мужчину задержали благодаря слаженным действиям сотрудников службы безопасности компании «Уфанет» и «Росгвардии». Дело было так. В Иннорсе в одном из домов оборвался кабель. Неполадку заметили сотрудники компании и сообщили во вневедомственную охрану. В компании «Уфанет» на всех линиях связи установлена сигнализация. При повреждении телевизионного или интернет-кабеля мы автоматически получаем сигнал, после чего сообщаем во вневедомственную охрану. И незамедлительно приступаем к восстановлению поврежденного участка сети. На место происшествия выехала группа задержания Росгвардии, где застала мужчину с поличным. В подъезде росгвардейцы обнаружили мужчину, который сматывал только что срезанный кабель в мотки. Покинуть место преступления он не успел и был задержан. По внешним признакам злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе разбирательства во внутреннем кармане куртки мужчины был обнаружен секатор. Поняв, что отпираться бессмысленно, мужчина признался, что хотел сдать около 20 метров украденного кабеля в пункт приема металлолома.